хотелось бы. Очень люблю эту песню и уже заказали ее на самом деле в зале. Я думаю, что единственная маленькая проблема, это дуэтная песня, я пою ее. Она не знает, что у нас сегодня здесь дуэт. И поэтому я попрошу женщин, которые присутствуют у нас в зале, не побоюсь этого слова, исполнить партию Татьяны. Согласны? Оставайтесь для нас настоящими цветками. Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерзну. Не сойдутся Москва с него и дача нежной девочкой севера. У моей Москвы нет такой светлой нежности и тепла. Святых, в награду нам дано такое наказание, и я схожу с ума от нежных губ твоих, от женской красоты, горячего дыхания. Не сойдутся Москва с него нежной девочкой севера. У моей Москвы нет такой светлой нежности и тепла. А когда развели мосты, осень струны оборвала, и у диких твоих коней гривы ворона покрыла. Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерзну. Не сойдутся Москва с него нежной девочкой севера. У моей Москвы нет такой светлой нежности и тепла. А когда развели мосты, осень струны оборвала, и у диких твоих коней гривы ворона покрыла. Вокал. Иван Лучевский, гитара. Наталья Липовцева, вокал. Супер аккордеон. Андрей Григорьев, клавиши. Николай Силоустик трудился для вас сегодня, создавал этот звук великолепный. Михаил Лавров, наш директор, продюсер Елена Дедова. И вы, наша замечательная публика. Спасибо вам огромное. Спасибо, что сегодня мы вместе. Хочу пожелать вам
мира в ваших домах, мужчины, любите своих женщин. Крепкого сибирского здоровья вашим детям. Храни вас Господь. Остальное вам все устроит. И мы от всей души приглашаем вас в апреле месяце уже следующего года в Крокус Сити Холл, центральную площадку Москвы, на юбилейный концерт Сергея Любавина, симфонический оркестр, море гостей, друзей, эстрадных звезд. Все как положено, все для вас. 10 апреля, Крокус Сити, место встречи изменить нельзя. Ждем вас.